смотрите, такие вот запрещающие. Знаете, вот тут дуриан нельзя нигде тут. Воровать нельзя. Да, воровать. Собачьи нельзя. Вот так. Интересно, что здесь. Едем сейчас на платном автобусе, но здесь есть еще бесплатные. Вот мы приехали в Джорджтаун, в центр города. Смотрите, мы идем с Андреем. Познакомился из России. 3 года живет уже вот здесь вот. Точнее, не здесь, а в Таиланде. Вот такой центр города, ребят. Интересный. Вот центральная улица так. Здесь, конечно, уже другая Малайзия, нежели на Лангкаве. Чуть-чуть все по-другому. Древние дома. Древние дома. Вот. Да. Мы пришли в какой-то китайский кварталчик. Уже очень современный город. Точнее, современный остров здесь. Интересно погулять. Гуляем, смотрим на что-то. Нам, в общем, сегодня подали документики, ребят. Завтра после 2 забираем их. Подача документов была вообще 3 минуты буквально там подавали. Там 10 минут заполняли анкету. Без всяких там помогал. Все очень быстро вышло. Спокойно. Поэтому, кому нужна виза там больше месяца, стоит съездить в Пенанг. И ее сделать. Ну, соответственно, если вы недалеко находитесь, там вы далеко где-нибудь в северном Таиланде, то, конечно, проще вылететь куда-то. В Вьетнам или в Камбоджу. Как путешествие. Потому что, конечно, там она займет в любом денег. Идем мы сейчас здесь. Вот здесь тоже такие велосипедные дорожки. Интересные вот мы. По Пенангу идем. Вот велосипеды пока не видно, как цикли, но по ним ездят. Здесь это тоже есть, как в Европе. Тут такой культурка. Велик к стене приделан. И там фотография каких-то девушек и парня. Вот тут очередь стоит из китайцев щелкаться. Им интересно. Вот эти вот велик от таких приделаны. Туда можно декор ставить с коробкой. Да. И собирать деньги. Вон они, как ребята, фотографируют. Много китайцев очень, конечно. Индусы, китайцы в основном. Там, малайцы, как называется. Вот. Такие велики. Пенанг не сильно туристический, хотя, в общем, туристы есть. Здесь очень модные такие прокатные велосипеды, смотрим, на каждом углу. Вот здесь гуляем, сейчас идем. Вот. Такие сдают, и на них туристы ездят. Очень много мест. Вот они стоят. Так, здесь китайский квартальчик на Пенанге. Пришли в кошачий шоп. Хозяин этого шопа любит очень кошек. И смотрите, тут одни кошки. Везде одни кошки. Вон, тут они, видите, тут разные стоят. Везде. На стенах. Одни кошки везде. Одни кошки везде. Вообще царица какая-то. Кушка понравилась. Раковина стоит тут в шопе обычном. Люди вот на этой улице гуляли, она называется у них Armenian Street. Много кафешек этих. Гуляем тут вот через каждый раз какие-то маленькие кафушки. Очень современно так заходить, кофейка выпить. Кофе, конечно, тут не дешевый, но хороший делают. Мы гуляем дальше, смотрите, вот сзади меня очень красивый заборчик. И вот там такое здание красивое. Такое очень интересное, видно, в китайском стиле. Тут, кстати, очень много всего китайского. Вот, ребята, у них второй такой достопримечательность. Циклист. Вот такая фотография такая. Тоже много есть. Туристов, вот этот европейцы появились, видите, есть очередь. На этом мотоцикл. Такая улочка. Интересно. Здесь даже мы даже не ожидали, Пенанг, кажется, такой развитый туристический центр. По крайней мере, вот Джорджтаун. Мы пришли в Little India. Здесь у них в каждом городочке есть обязательно Chinese и Little India. Квартальчики разные, районы. Пришли к храму индийскому, смотрите, как интересно. Стоит тут вот какие-то типа свечек, таких больших, вот сейчас покажу вам, они тут так дымятся, такой запах стоит, вот они, какие-то божества у них. Интересно, тут, конечно, мы прошли, сейчас где увидели мусор, там прям мусор, крысы бегают. Мы где-то в отзывах читали, что тут такой старые жители, крысы. И сегодня их увидели, конечно, так и есть. Мусорные пакеты где валяют, сразу крыс прибегает. Зашли в местный вот храм внутрь. Тут сразу они молятся. Тут прям такие божества стоят. Китайские фонарики. Воду много. Зашли. Смотри, как тут классно. Прям подходишь, соки делают. Вот так сам прям руками выбираешь. Накладываешь себе, говоришь, вот там, с этим фруктом. Так все интересно. Вот,
Выбираешь себе вот такие. Два рингита, любой сок стоит. Рингит один, ребят, стоит 13 рублей, 13.50. Вот получается 30 рублей стоит сок. Прям выбираешь любой. Мы подошли до барчики. Тут вот какой, может, даже девочки стоят у них. Очень такое местечко. Погулять, потусоваться вечером. Все тут подряд. Сразу и мотик стоит, тут и макашница стоит, и тут все у них едят и пьют. Все в местах вот такие вот. Барщики, улица баров такая пошла. Yes. Ага. Так вот. Вот, ребят, знаете, стены интересно расписаны. Тут китайцы любят, только у них фотографируют так на этой улице баров. Гуляем вечером, идем по Джулия стрит, и барчики одни. Джулия стрит. Как здесь везде зазывают, заходите к нам пивка попить. Конечно, ребят, Пинак нас вообще поразил, тут так все современно. Кафешки, все прям так, туристический город, куча туристов, европейцев, мы даже не ожидали. Отзывы всякие раз читали там. На один день Пинак, потом под завизы заехать, за тайски, и все, говорит, там тут... Одни крысы, говорит, бегают, типа того, люди, говорит, и крысы. Вот так. А тут мне так, все так четко, нормально. Очень много, ребят, дормов, что-то даже вот отели. Мы нашли отели, но дормов очень много. Вот. Где койко место 30 ренгит стоит. Это там примерно там, около там, 400 рублей. И вот мы сняли такой номерок. Это Пинанг. Остров, вот выехали за тайской визой. Такой скромненький достаточно. 90 ренгит стоит. Сказали, соответственно, почитали, что можно якобы найти за 50, нет, приличного ничего нет, поэтому такой вот нормальный номер, вот такие вот деньги. Это, в принципе, центр Джорджтауна.